новогодние и рождественские заголовки. Давайте поговорим об этом. Здравствуйте, меня зовут Юлия Жукова, и я являюсь автором двух книг по сетевому маркетингу, а также ряда PDF-отчетов на тему продвижения себя в сети интернет. Всем известно, что сторителлинг, так же как и копирайтинг, набирают обороты. Соответственно, нужно и то, и другое в своих личных постах использовать. Естественно, перед Новым годом нам интересно немножко окунуться в волшебство, в волшебную атмосферу новогодних праздников, рождественских праздников, ведь скоро вот-вот на пороге такой замечательный праздник, где страна целых 2 недели гуляет, ну, практически. Соответственно, нам, как предпринимателям, интернет-предпринимателям, нужно немного выделиться из толпы своими письменами, но приблизиться все равно к народу. Таким образом, в первую очередь, хотя бы для того, чтобы на нас обратили внимание, что мы вообще там пишем. И, естественно, нам нужны новогодние заголовки. Честно говоря, я долго сидела и думала, и собирала с разных источников, придумывала сама массу новогодних идей. И я сегодня с вами хочу этой идеей поделиться. Поэтому видео недолго, вы ныряйте под видео в описании и найдете там ссылку на скачивание данного файла. Пользуйтесь, пишите замечательные посты, выделяйтесь из толпы интернет-предпринимателей, а также там же в описании под видео вы найдете способ, который можно использовать для того, чтобы получить все остальные PDF-отчеты на различные тематики, которые я написала. Ну а я вам говорю, до новых встреч. Пока-пока.